Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на каналчике Таксикул. ФБР на связи, как вы видите. Я вещаю из города Харькова, коренной житель. Поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюху, ля-ля-кебаб, и мы стартуем. Ready, steady, go! Погнали! Так, ну что, ребятушки, заводим наш Deo Lexus. О, чётенько. Пришло утречко, Багира спит со мной. Проснулся. Холодно уже, да, Багир? Уже холодрыга, скажи, на улице. Вот это киселюк. Ой-ой-ой, что ты такой, баловалась, да? Так, ну что у нас тут на улице? О-о-о, кошмар, кошмар. Сколько? 7-8 градусов? 6? А ну, кто сколько увидел, напишите в комментариях. Вот уже и зима скоро, ребят. Что называется. Так, ребятки, перекус таксиста чек. Сегодня максимально простой. Просто завтрак чемпионов. Здесь есть все. Белки, углеводы, жиры, омега-3 жиры. Все витамины, микро-макроэлементы. Ну, просто белиссимо, пушечка. Даже я вам должен сказать, наверное, бифидобактерии правильные те там присутствуют. И это у нас Мивина. 2 пачки. Вот такой у нас завтрак, ребят. И что еще у нас к завтраку? Цибулинка. Погнали. Кофеечку тоже забодяжу. Так, дегустейшн. Дегустейшн. У меня тут воды я напудерил полную тареляку. Поэтому я буду и ложкой сербать бульончик, пробовать. Давайте, погнали. Пушечка, ребят. И вилочкой будем с вами пробовать саму лапшичку с натуральных продуктов. Тут все. И ясь, и жерех, и яйца присутствуют. Конина, бурундучина. Все здесь есть. Бурундучатина. Даже бельчатина немножко присутствует. Я, вот по запаху. Именно, да. Бельчатина такая. Рыжая бельчатина, да. Пробуем. Вспоминаю тот прикол. Бобры, я пердолину запускал, да? Че как там? Короче, это что-то. Что-то с чем-то. Ну, бобрины здесь нету. Вот иногда, знаете, так хочется мивинки втулить. Вот напишите в комментариях. У нас такое бывает, что хочется именно лапшички быстрого приготовления. Гепнут вообще по красоте. Цибулинка у нас в топку. И бульончик натуральный. Куриный. С домашних курей. Там так было написано, что куры. Я так подозреваю, что домашние в этом пакетике были. Вот это смакота. Да ты шо? Гастрономический фокус, я бы даже сказал. Всем приятного аппетита. Добра бабла, кто кушает. И хорошие, не забываем про наших питомцев, про рыбок и попугайчиков. Сейчас сразу кормим. Надо еще воду, блин, как-то подменить, бо я что-то вообще с этими ремонтами. Но я надеюсь, что мы уже доделаем то, что, как говорится, до похолоданий, до морозов и так далее и тому подобное. Так, все, кормежечка прошла успешно. Попугайчики на базе. Все чики-брики. Вот наши малечки тут подрастают. И храбрые анцитрусы ползут кушать. С ущелья вылазят со всяких разных. И Багирочка помогала кормить, да, Кисюль? Ты у моих ног? Ты вот так лащилась? Ты моя-то девочка. Красотка. Красоточка. У Багиры, кстати, закончилась тушенка. Покупать вообще не знаю, за что ее. Так что, ребят, кто хочет помочь Багире на тушенку, Феликс любит она. Он уже был и нет его. Приват монобанд закреплен в комментарии под видео. Багирочка, буде рада. Багир, ты будешь рада, если кто-то на тушеночку тебе скинет, да, киселечек? Ну, я... Так, ребят, кормим малечков. Сюда.
хлопчику нашему. Все, порядок. Таблеточки осталось дать. Смотрите, какая моль, да. Ой-ой-ой-ой. Страшненький такой. А что тут по градуснику? Да нормально, 26. Держимся, ребят. То дров у меня много остается, ребят. Знаете, что я буду делать? Я ими буду такие вот гнилые палки всякие. Я ими буду топить зимой. Что делать, ребят? Я вот думал, куда девать, чи полить, чи что. Возьму ножовку, буду ножовкой пилить и топить хату. Такие дела. Ребят, кстати, кому нужен самокат? 80 килограмм, трюковой. Это подписчица отдала, говорит, Саша, может, продашь кому? И будет на корм рыбкам. 1000 гривен вот отдаю самокат, забирайте. Выставил на улык, что-то никто не хочет куплять. Вообще, посмотрите, на подшипниках мощный металл везде, сварка качественная, 80 килограмм реально написано выдерживает, оригинал, QR-код есть. Ну, короче, никто на нем не катался. Суперовый самокат. Пишите мне в личку, в Telegram, Viber, звоните. Может, кому надо, отправлю вам самокат, ребят. Вообще, самокат годный. Сам бы катался, если бы до 80 весил, а не больше 100. Череповичи, кстати, на базе. И клетка, кстати, попугайчая это. Я ее вымыл, выдраил. Она в продаже. 400 гривен отдам, ребят. Улетит клетка аж на раз. Покупали за 1000. Считай, нульцевая вообще. Что она там в обиходе побыла? Неделю. Смотрите, псевдоскатик выполз покушать. Красавчик наш. Зевсунь, привет, привет. Что ты тут, хозяин склада, да? Хозяин склада? Добрейшая утречка. Ты лапкой так трогал Сашу, да? Скажи привет, 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 мой друг. Я, кстати, вложился. Новые перчатки приобрел. Да, Зев? Прилеты с утра были. Гэбла, страшные. Ты моя собака, Евич. Вот такой, короче, порядок тут у нас сразу. Выходишь с хаты. Тут дрючков. Всего-всего, ребят, понаслужено. О, что происходит? Что тут происходит вообще? Никто не в курсе. Зевс, ну у тебя все по местам, да? Сложено. Ой, ух. Негде тебе и поваляться. А шкаф-купе свой похвастайся, Зевс. Давай. Шкаф-купе. Ля. Тут вообще песня. Мини-бар. Все дела, да, Зевс? Да. Я думаю, можно его вот так, ребят, обрезать. И туда такой шкафчик оставить. Че нафиг он нужен здесь, да? Там полки, скажи, какие-то. Вот с этого и нарезать полки, кстати. Да, полки. Нашабашим. Нашабашим полки. Зевс уже помощник отбирал у него нитки, ребят. Смотри. Зевс, дождь начинается, да? Надо убирать, бегом-бегом. Это единственный сарай, ребят, куда заходит Зевс. Видите, и гараж он нюхает, машина стоит. Зашел, обнюхивает, тут вот машины и дырки. Зевс там грибанулся что-то. Да, Зевс? Эх, восстановляешь. Хозяин! Ого-го, Зевсуня! Вот ты Патисонович, маленький. Все, разгреб во дворе, сейчас буду тут подметать, убирать пылюку с потолка, с отовсюду. Ребят, ну что, посмотрите на эту красоту. Я уже и влажную уборку забабахал здесь, прямо со шланги. И стены помыл, и потолки, перед этим посметал паутину, поубирал, полочки в порядок привел. Вообще, красота. О, здесь тоже подмел, повымывал все, плиточку, доски. Тоже здесь резалось, был кошмар. Ну вот. Все четенько. Даже лампы кое-где. Видите, мокрые. На страх и риск. 220. Повымывал. Вот такие дела. Ворота тоже сполоснул. Тут немного. Перед воротами. Вот такой гаражик мы с вами получили. Считаю достойный результат. За 3 копейки, грубо говоря, да? То есть дешево и сердито. Конечно, если бы забабахать там за бабки с фундаментами, баллон помыл,
передвину его потом, то это была совсем другая история. Осталось раствором там теперь заделать. Но у меня уклоны все равно туда. Ну, чтобы ни снег, ничего не попадал. И все будет красота. А тут мастерская будет у нас. Будем что-то... Ну как? Поставим тесочки-то. Точило. Вот теперь наш вход в гараж. Ну и там еще один запасной. И короче, куча входов-выходов. Вот заходим сюда. Это еще один мусоряк очередной. Заходим. Вон чашка чайка уже у меня. Стеллажи вот такие. Все уже начинает подсыхать потихоньку. Проветривается. Вот здесь... Пока, кто помнит, это аквариумы стояли у меня здесь, да? То есть такой был стеллажик. Потом я переделал. С поддона я сделал такой столик когда-то. Вот. И пока он будет и служить, так скажем, верстаком. А потом у меня есть идейка позычить столик старый, качественный. Человек будет новый покупать. А я старый, ну, с дерева тот. Он, конечно, пошарпанный такой, старенький, но он крепкий. Я его сюда поставлю, кухонный стол. Это будет мощь вообще. Там с доски сделан, капитальнейший. Вот. А это пока временный вариант. Точило, тут тиски какие-то. Ну, тут тиски не зачем. Потом, когда будет побольше столик, да, можно тесочки там что-то примастырить. Здесь такой стеллаж. Он здесь был, я его решил и оставить, ребят. Я не знаю, пишите в комментариях. Да, да, нет, нет. Но сюда можно резину сложить, например. На низ, да. Или наверх что-нибудь. Гараж... В гараже нужны стеллажи. Я хорошо, конечно, здесь сяду, буду стримить, это прекрасно, но а где что-то складывать? То есть я расширял для чего? Чтобы можно было где-то что-то сложить, где-то что-то постучать. Вот как раз и будет. Сюда сложить, вот как бы такая территория. Здесь постучать территория. И здесь как раз покрашено. Вот. И можно будет здесь, вот и свет здесь есть уже выведен, видите? То есть его чуть-чуть можно поднять или также оставить дополнительный. Плюс здесь можно будет там, я не знаю, плоскогубцы повесить, какие-то гаечные ключи развесить по номерам на гвоздики. Вот. Такие дела. Там вот фундамент просматривается, видите? То фундамент. Здесь, конечно, так и просится расширить. Ну, пока так. И вот старую тумбочку отдраил, не знаю. Решил здесь пока поставить, ребятки. Кто-то придет там с пацанов постоять, там уже по кружечке пива выпить, да, что-то еще там. Ну, такой. Я, конечно, в этом гараже никогда не делал толком, но видел, как делают другие, поэтому решил оставить. Можно его еще будет отмыть потом на улице, можно будет покрасить, у нас-то шоколадка есть, и будет вообще тумбочка, на которой, в принципе, там пиво, две кружки, три поставить, будет то, что надо, переносная, взял, рукой отнес. Вот, здесь все-таки вот гвоздики, какую-то уже вешалку, крючки, там ключи повесить, что-то еще. Вот это мышиные норы надо будет тоже запенить, зашпаклевать, может как-то. Ну, все оно будет еще в процессе. Вот эту розетку надо рассверлить, чтобы евро влазило сюда. В общем, все в процессе, ребят. Пока сижу, охраняю гараж, пока здесь все просыхает, видите? Доски уже практически высохли. Конечно, где-то еще красненькое осталось от кирпича, отреза, вон чашка чая моя. Но, тем не менее, основная масса вот вымылась. Видите, я мыл. Здесь вон вода, здесь. Вот. Сейчас оно просохнет. Сегодня уже прохладно. Вот, поэтому вовремя я это все делаю, я вам так скажу. Ребят, почему я и спешу сделать нормальный гараж, как мы с вами хотели. А постримить, ну, извините за картинку, я хотел, знаете, как-то по-украински так стримить, чтобы были, собственно говоря, побеленные стены, все как тогда, аутентичность. Я даже побелку оставил, может мы с вами и переиначим, чтобы вот здесь в углу сидел и я стримил. Мне вот этот нравится угол, напишите вам какой. Вот. Или здесь, где синяя такая стена. Синяя тоже прикольная, потому что можно там с заданиями листок вот здесь вот сзади, да, какой-то там. На нем написать задание, будет все ясно, понятно. И здесь есть свет, то есть он бы меня подсвечивал, вот, было бы видно. Но видок, конечно, как в местах, вы поняли каких. Там как раз такой краской все красят, цвет очень сильно напоминает. Но тем не менее, здесь отодвинул, даже за этот столик сел, постримил.
стулочку, табурку я уже нашел, табуреточка здесь у меня есть. И все. Напишите. Так оставляем со стеллажами и будем стримить, если что, здесь отставлять. Либо же такой примерно вид бы был бы стрима. Ирочку укутал, лежит под одеялком с потуней, да, киси? Холодно, скажи, уже зима пришла. Так, ну что, ребятки мои хорошие, вот денечек и подходит к концу. По обстановке на сегодняшний день в городе Харькове обстановка такая, что прилеты есть, прилеты бывают, да. То есть расслабляться не стоит ни в коем случае. Я считаю, что нужно соблюдать правила двух стен, когда есть тревога, тем более, когда пишут по пабликам, что что-то может прилететь. Также в Харьков пришла, по моим ощущениям, вообще как будто бы зима, знаете, зимняя такая, как будто бы уже минус 96 градусов. Просто реально сегодня было холодно, именно холодно, ребят. Переделал кучу дел, просто кучу-кучу всего, стараюсь побольше успеть сделать до холодов, пока еще возможно хоть что-то. Потому что у меня такое впечатление, что туда-сюда и уже белые мухи залетают, снег пойдет, ребят. В целом держимся, стараемся держаться и морально себя держать, как говорится, в кулаки. Как вы там, ребят, напишите в комментариях, как прошел ваш денечек. Надеюсь, с вами все в порядке и все хорошо. Всех обнял. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка. Залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.